Вы смотрите новости. Профессия, заложенная в ДНК. Династия учителей с общим стажем более 640 лет живет в Петропавловске. С ее представителем пообщалась наш корреспондент Диана Салихова. Для чего нужен труд? Почему люди трудятся? Вы отвечаете на этот вопрос. В каждой семье передаются самые разные традиции. В семье Ибраевых это выбор профессии. Вот уже три поколения выбирают педагогический путь. Одна из представителей династии – Екатерина. Ее стаж – 12 лет. В нашей семье практически все работают педагогами, начиная от бабушки и ее детей, в том числе моих родителей, у которых стаж 43 года. Их дети выбрали этот путь. И никогда не возникало сомнений, кем быть. У меня дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, когда он вернулся, то он сказал, что мы отстояли нашу родину, а теперь вы, молодое поколение, должны взрастить будущее, наше общество. С самого детства Екатерина наблюдала за родителями, как они готовятся к урокам, как относятся к своим ученикам. Впитав этот опыт с раннего возраста, учитель теперь привносит это в свою работу. Мне нравится Екатерина Владимировна, она очень хорошо преподает, она красивая, умная, добрая. Мой любимый урок именно с этим учителем – математика. Наша учитель Екатерина Валерьевна добрая, иногда бывает строгая, но справедливая. Лучше всего преподает, наверное, математику. Мне потому что там все понятно, то, что она объясняет. За свой трудовой стаж Екатерина Ибраева выпустила 4 класса. Каждый ученик для нее особенный. Рассказывает, очень приятно видеть их через несколько лет повзрослевшими, успешными людьми. У нас спецсовет практически каждый вечер, потому что я делюсь своими эмоциями, которые накопились за день. Они расспрашивают, им интересно, что происходит в моей жизни, конечно. И они практически каждого ученика уже знают, как выглядит, что делает. Подобных семейных династий в городе несколько. Каждая записана в реестре отдела образования. Более чем в 80 организациях образования города Петропавловска мы насчитали более 30 педагогических династий. Наиболее многочисленные, с многолетним стажем работы, 4 династии. Это династии Старченковых, Хурмаш, Кадыбековых и Ибраевых. На счету каждой династии более 10 тысяч воспитанников. Для педагогов-наследников это стало не просто работой, а настоящей традицией, которая проносится сквозь поколения. Диана Салихова, Тульген Иманов, Петропавловск, Хабар 24.